Скольки часовой рабочий день? Так-то с утра выехали в 7 утра и под вечер заезжаем. 12 часов? Около 7, да. Да. Обед? Сейчас работа отличная. Условия работы прекрасные. У нас жители очень часто жалуются на то, что мы плохо убираем город. Вы как оцениваете? Бывает не успеваем, но... А почему не успеваем? Если снег идет непрерывно по погоде, пока по пройдешь, погоде. Едешь обратно. То есть если снегопад, то вот только в этих моментах. И сами водители же создают помехи. Они же сами препятствуют этому. И машины оставлены. Вот имеете возможность обратиться к нашим череповчанам, к водителям? Я обращаюсь, товарищи водители. Если вы видите, что идет колонна, будьте более благоразумными и дисциплинированными. Не влезайте в колонну, не махните, не показывайте пальцы. Это очень неудобно, некультурно. Да и такое бывает. Конечно, да? Бывает. Были драки. И драки бывают. Останавливается и вылезает, что ты куда лезешь, я только машину помыл там. Сами хотят, чтобы город был чистый. Конечно, сколько времени нужно для того, чтобы вот основные магистрали, первую категорию убрать? 12 маршрутов. Первая, вторая категория. У нас первая, вторая. В маршруте первая, вторая. Все, да, полностью. За смену убирается маршрут. То есть 12 часов. Полностью район мы убираем. Да. Обработка и сметание. Это тоже в зависимости от погодных условий. То есть снегопад закончился, вы за 12 часов все до бордюра все вычистили. Стараемся. Если позволяет, наверное, машины-то паркуются. Сейчас получше стало, вроде со знаками стали вот. Так вроде как. А так было до этого, что не проехать даже было. Да. До конца проблема не решена. Не убирают из-под знаков. Вот это мешает. Это очень да. Серьезно. Вот это был вопрос решить, что Ломоносова, Гумичарского улицы очень. Там вот Бардина есть. Но Бардина еще более-менее. О чем мы сегодня говорим? Много улиц, которые... Здесь Батюшково, 104. Мы завтра тогда, Наталья Валерьевна, проводим у меня совещание, приглашаем ГИБДД и отрабатываем весь алгоритм действий. Все, что под знаками, должно убираться, все машины должны убираться и там проводиться хотя бы ставили, чтобы, например, работу. С одной стороны, с второй, почетным, по нечетным. Так, это же знаки работают. Они, ну, Лачарского они, такие вернее, знаки. Вернее, они размещены, только они и оно не намного работают. Удобнее становится, что один день, например, одна улица, сторона пустая. К руководству есть вопросы? У нас к мэру нет. Есть вопросы? Насчет бы зарплату. Поднять бы.